Как вы сильно хотите ролик по плею? Я сейчас вам покажу и докажу, почему я по плею не хочу снимать ролики. Даже ставим те же самые 200x по рублю, турбоставки, 100 игр. Сейчас посмотрим, сколько раз. Что? А, 2x. Нам надо 200x. 200x, окей. Сейчас увидите, сколько раз 200x летит. Из 100 попыток. Один. Ладно. Живем. Ладно. Ноль. Чекайте. 200x, вроде бы хуйня, да? Ноль. Еще раз. Сейчас я вам нахуй покажу, почему Play to X такая залупа, и на которой не стоит играть. За 300 игр, за 400 игр 200x ни разу не выпал. Ставим, удваиваем. MaxBet ставим. Ладно, живем. Живем, ладно. Окей, живем. x2. Ну дохуя раз уже выпало, согласитесь. 250. Ладно, 1000 есть. 1000 есть, хорошо. Ну еще раз давайте 250. Давайте 750. Ну вот, почему я не хочу по плейке снимать. И вам ролик, блядь, прямо наглядный покажу, как плей стал дико сливать. Я не знаю, что вы все так любите плейку, но типа реально плейка дико сливает. Вот, смотрите. Окей. Может, я что-то неправильно сделал, я согласен, типа, то, что я жещу, но типа, смотрите. Вот эту херню ставим и просто пытаемся словить с вами 50x. Давно же не было 50x. Чекайте. Выдаст ли нам 50x? За такое количество игр. Чтобы вы понимали, я лучше на Crazy Time пойду и там сгамаю, чем здесь. Потому что, ну бля, ну реально, ну пиздец. Пиздец же. Бля, ну плей реально сосет. Блять, вот плей просто... Как может в рандоме так играть? Вот такая залупа. Как может в рандоме вот эта залупа вот так играть? Это я вообще не понимаю, конечно. Это для меня дико, пацаны, пока что остается. Нахуй ваш плей нужен? Здесь вот, блядь, даже на Crazy Time больше шансов понять. Блядь, вот это что за хуйня? Ладно, 760 рублей, живем. Понял, 1400. 400 рублей без турбо ставим на x3. Давайте вот 1000 рублей по фану. Ну типа, блять, хуйня ваш плей. Чё вам могу сказать? Хоть и да, и хоть я и рискую жестко все такое, но блять, ну камон, ну за такое количество игр так дико сливать. Я лучше на Crazy Time пойду. Охуенно поиграю, охуенно подниму. Все, всем удачи, всем адьос, пока-пока.